Дорогие друзья, необычное, незапланированное прямое включение. Не поверите, мы ведем эфир, прямой эфир. Снутри варьера прогулочного, вот этого, прогулочной территории нашей Симбы. Ждем, пока присоединятся. По традиции не забывайте поздороваться и представиться, кто с каких городов. Всем доброго вечера, всем привет. Я сегодня не один. Со мной представитель телекомпании РМК ТВ Матвей. Матвей, поздоровайся. Акуна Матата. Акуна Матата. Он уже местный диалект научил, я нет. Вот. Ну и у нас будет тоже наш друг, который будет читать комментарии. Вы знаете, что во время эфира я не люблю читать комментарии, потому что мы готовы отвечать на вопросы, если речь идет о нашей поездке, о Симбе, который, кстати, уже второй день получает солнечные лучи. Я сейчас попробую показать нашу Симбочку. Так, вот это. Симба сейчас оглядывает свои владения. Симба, смотри, сколько тут у нас, больше, почти 200 человек. Калининград, Челябинск, Курск, Иваново. Все на тебя смотрят. Вот, друзья, он здесь и ночует, и днем находится, принимает солнечные ванны. Очень комфортно себя чувствует. Носиком ловит все запахи, звуки. Фактически он уже все ждет, не дождется, когда вот эту последнюю решеточку откроют, и он побежит по этой всей территории. Вот, посмотрите, вот у него прудик, где у него будет возможность. Там у него огромные три дерева, под которым он может отдыхать. Там работают наши операторы. Для вас снимают уникальные кадры. Это все его территория. Посмотрите, вот это туалет Симбы. Вот фактически вот здесь он будет гулять. Он уже изучает и днем, и ночью, что происходит. Кто здесь бегает, прыгает. Да, Симба? Такой же добренький папин сынотик, да папин сынотик, вот он наш носик, вот он носик, наш кожаный носик. Он только ждет, чтоб папа подошел, погладил, чтоб мама Юля подошла, погладила. Привет, привет всем, друзья, еще раз у вас вечер, у нас еще светло. Вот фактически, давайте, если есть какие-то черкасы, спасибо, что вы Симбой, спасибо за ваши сердечки, уже больше 250 человек смотрит наш эфир. Давайте переключу, посмотрите на нас, мы очень сильно сгорели, тело, все, короче, вчера мы тут просто с голыми торсами работали. Давайте объясним систему, по которой Симба здесь живет. Да, пускай Матвей сейчас объяснит своими глазами. Да, да, смотрите, здесь очень интересная сейчас схема, опять переключу камеру. Получается, это предвольер такой, через который, ну, такой транзит для Симбы, вот. Пока что он проходит акклиматизацию и привыкает, осматривает свои владения. Вот он здесь уже сидит второй день, да-да-да. Вот, раньше он сидел в клетке первый день, вот его... как бы дом, это называется Simba House. Здесь тоже созданы условия для него, приближенные к реальным. Вот солома и цветочки разбросаны специально, чтобы это не выглядело как вольер, а как его домик. Вот. И он уже сам будет решать, когда выходить, когда заходить. Вот. Но пока что выходи, он не выходит на природу, он ждет, выкает и... привыкает к природе, принимает солнечные ванны, вот. Но отсюда он не выходит, да, он сидит здесь. Да, он сидит, ночью даже он здесь, рано утром приехали, он здесь, то есть ему больше нравится находиться не на бетонном полу, не в закрытом помещении, а именно вот здесь. Обратите внимание, вот эта клетка, о котором я говорил, для работы с дикими животными, вот эта стенка, вот она, вот эта, она двигается, смотрите, там целый механизм. Вот, если понадобятся какие-то манипуляции, крутишь вот эту штучку, и вот эта стенка прижимает животного по максимуму. Животное становится неподвижным. Здесь у нас есть всеобразные окошки. Окошко 1. Открываем, видите? Все, у нас есть доступ делать какие-то манипуляции.
есть второе окошко, есть снизу окошки, вот фактически со всех сторон, и справа, и слева, и спереди. То есть очень грамотно, это специалисты из Мексики объяснили по этой схеме. Вот обратите внимание, все профессионально. Вот. И здесь тоже раз, закрыл эту штучку, и все, и фиксировал животное, и сделал. Так что вот он пошел, пошел домой проверять, что там у него спрятано. Там очень много вкусняшек спрятано. Да. Давайте расскажем про систему кормления. Да. Это тоже интересная история. Симбу сейчас обучают охотиться, но его уже не дают еду, как давали в Челябинске. Это не просто миска, которую миску подставили. Положил, и да, все, он поел. Сейчас еду прячут, ее заворачивают в листочки. Банановые всякие. В солому. И по всей клетке они были попрятаны. И вот сегодня Симба, он искал эту еду, находил и уже как бы пробовал себя как бы в природе. Вот можем даже показать, вот там лежит, если видно, вот эти банановые кожурки и листья, да, дерева. Вот. Вон бамбука. Там бамбука, вот ветка, на которой висела еда, тоже была спрятана. И на вот этой ветке тоже была прикреплена еда, он ее всю разобрал. Вот. И как бы сейчас изучает внешний мир.